Поинг! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дакстер, и сегодня вместе с Аяксом, Крэшем и Сайздом мы поиграем в Ready or Not. Всем привет. Всем здрасте. Всем привет. Ну, я так, собственно, решил немножечко так подмаскироваться, все-таки с пацанами не в игрушки играем, сами понимаете, спецназ, дело опасное, поэтому... А, меня убили! Рестарт нажимаю, пацаны, сорян, как бы... Отлично, просто начали, зашибись. Так, окей, скажите, пожалуйста, как подрубить ПНВ, потому что Никит сказал взять. На N. На N, окей. Это фальшивая ПНВ, это просто для вида, понимаешь? Конечно, конечно, это все фейк, да. У нас бюджетный спецназ. Это все американские приколы. Это все фикция. Естественно. На самом деле мы играем в пейнтбол. На самом деле мы играем в копатель онлайн просто с модами. Так, все, я подрубил. Ух, нихрена себе хорошо как стало. Ой, не армия. Приедешь, пойдем в пейнтбол, Никит. Да. Ярослейв, куда вы пошли? Ярослейв. Это у нас главный, так, начальник отряда нашего. Говнюк здесь был, да? Можно я под флешку? Стой, у меня щит, Ярик, стой. Я ничего не вижу, вот заходите, кто первый. Я под флешку. Ты где, мавафака? Его нет. А он убежал, он испугался. Сука. Так, а у нас типа ферма, да, максимально... Да, нормально, я в шахте первый, я без щита, но мне пофиг. Без щита? Без щита. А, понял. Это мы идем тут копать. Я думал копать онлайн. Реально, копать онлайн. Нема текстурка, пацаны, смотрите. Что это за хрень? Так, окей. Ощущение, что его просто поставили. А мы разделяемся, да, опять? Яков, давай со мной. Так, а это Некит или кто? Я первый иду тогда, Ярик. Да, давай. Вы ты с Некитом, Миш. Да. Окей. Так, а мы сейчас встретимся, походу. Блин, я зачем-то револьвер взял, зашибись. Никого здесь нет пока что. Здравствуйте. Ни хрена себе мы встретились. Здорово, пацаны. Чё, как? Здорово, пацаны, работаем. На работу, работаем. Слева никого... Подожди, слева проход. Яков, давай налево. Налево? Ярик, пошли налево. Ты где? Давай иди. Да не сюда, вот сюда давай. Так это не лево. Это лево. Хорошо-то как 60 FPS. Так, а мы с Никитом в какую-то... Направо. Направо, да? Пивоварню зашли. Подожди, это какая-то хуйня. Идем? Ты квари пиво. Конечно. Подожди. Да иди давай, Яков, спиной не поворачивайся. Не балабой. Подожди, это какая-то хуйня, знаешь почему? Почему? Потому что каждый мы раз... Мы пивоварни, играл... пацаны. Да, мы пивоварни, мы пиво пришли пить. Когда я играл в эту карту, тут всегда были люди, сейчас тут никого. Это я же, давай наверх. Никого. Может, нет. У нас какой-то баг произошел? Не, нормас. Нет, блин, без людей вообще прекрасно, скажите. Давай наверх, Яков. Да, идем. А мы тоже наверх идем, кстати. В какую-то башню лезем. Сейчас получается расстреляем друг друга, пацаны. Ну классно, да, прикольно. Смотри, тут лестница есть направо. Наверх, давай, на второй этаж. Блин, мы сейчас реально встретимся, пацаны. Не встретимся. Что, Серик меня ведет туда, что специально, чтобы встретиться. Ну, Яков с щитом. А мы тоже. Да не ссы никого, Яков, ты щитом, все хорошо. Если что, я убью. Блин, Некит, я реально, я взял почти я, револьвер, да? Понимаешь? Давай наверх. Насколько все прохавано. Я с него, мне кажется, вообще никуда не попаду, там же отдача. О, бутылочка пива. О, мы нашли челика. Я слышу голоса. Да, тоже да, слышу голоса. Мы нашли челика. Сейчас мы врываемся с дробовиком. Так, под флешку. Ну, Яков, никого... давай, ускорься. Так, Никит, давай его обыскивай. Там шум. Так, если Яков, давай беги. Пацаны, я если не чё, могу бежать. Если что, я стреляю на движение любое просто. Я тоже с дробовиком. Так, если же выстрелил, я стреляю, сейчас буду. Так, что вы делаете? Кто стреляет? Сейчас буду разборки. Алло, здрасте. Эй, бей его на. В Никита не надо шмалять. Ты что, конченый, не надо меня убивать. Ну что за подстава? Кто-то умер. Я. Так, ладно, я. Нафига? Потому что он влетел непонятно откуда. Тихо, он справа, Яш. Справа? Вот здесь, вот здесь. Маскировка, значит. Так где ты, блядь? Сука, да он не справа, нихуя, он слева. Он справа, блядь. Все, репорт. Ой, рестарт. Пацаны, внутри, главное стрелять как можно больше, чтобы у них как бы моральное давление случилось. Они типа сдали оружие. Такие, да, блин. Они сдали, чтобы геморрой в жопу попали. Они, знаешь, чтобы они такие, они какие-то конченые, пацаны, давайте сдаемся, короче. Да. Ну реально, они думают, что мы тут как бы в игрушки пришли играть. У нас как бы оружие, все такое. Серьезно. Ну, естественно. Яков, давай заходи первый опять. Тем более профессиональный спецназ. А нельзя просто здесь обойти? Dungeon Master. Нельзя просто здесь обойти? Можно! Ты умер? Кто-то умер? А где? Обошли? Нормально? Это кто умер? Я умер! Откуда он здесь взялся-то? Старт! А меня кто убил? Черт, откуда он здесь взялся? Откуда? Так он просто в первый раз тоже тут был же, алло. Разве? Ну да, он меня убил. А, где он был? Он короче, за воротами. Вот смотрите, мы заходим в гараж, и вы идете направо, а слева просто стоит чел. Беспалевно. Сейчас налево идем тогда. Да, идем через главный вход. Ну а нет. Справа будет нет. Стоять чел. Нет, он как раз слева будет стоять. Короче, сейчас покажу. Ладно. Я сейчас флешку. Мы, короче, работаем это как можно быстрее. Ну, без тактики. Без тактики, окей. Вот, смотри, Ярик, вот прямо так, по курсу, вот, видишь, пацаны, вот с этими воротами стоит чел.
Справа? Справа, да. Только пацаны. Нет тут никого. Ну звездец, наврал, Миш. Ну, ну все, дезинформация. А, ну так понимаю, типа тут вообще никого теперь не будет. Типа сейчас как во второй раз у нас было. Здорово. А, то есть, а у них типа два сюжета? Да. Прикол. Окей. Так, заходим. Все, входим нормально. Ну, никого конечно. Не боимся, здесь никого нет. Да вообще легкотня. А где Никит? Никит вылетел. Как или ты? Нет? Никит? Но он молчит. Никит? Пацаны? Так, пацаны, тут слева придурок один. Никит, привет, ты где? Здесь. А ты в начале? Ребята. Нет. Да давай, блин. Яша, иду к тебе, я иду с тобой, я с тобой. Я... Да проходи, в тебя щит, иди давай. Я за ней не сыпь, не сыпь, я убью его. А какие у нас вообще цели? Bring order to house, rescue all, ага. Ну, короче, дефолтные такие цели. Тихо. Так, слышу звук, пацаны, иду вам на помощь. А, вы вообще где здесь? Убил одного. Красавчик. Так, окей. Он какой-то косой. Что-то стреляют везде. Так, здорово. Да, Никит, мы, короче, внизу где-то. Окей. А кто со мной? Я с тобой. А, я Никита нашел. Здорово, так это ты перестреливаешься, думаю, это пацаны. Да, Яков, давай наверх, ты наверх, я тут сейчас посмотрю все. Ага. Давай наверх. Да наверх иди, я же говорю. А как тут ну, садиться? На С? А, блядь, не туда. Блядь, не, не на С. Как садиться, пацаны, подскажите, пожалуйста. На контру. На контру. Ну, присаживаться скорее, а не садиться. Я не знаю, где вы идете, мы не там, где вы идете. Идем. А, нет, вот мы сзади, Ярик. Или это Яша? Яша, вернись. Я тебя не вижу сзади. Ну кто сейчас за угол завернул, вы угораете? Вы что там опять каких-то ботов видите, так и думаете опять? Нет, да вот же вы. Чё вы звездите, вы сейчас на лестнице идете, наверх поднимаете. Я убил чувака. Ну, на лестнице. Ну вот, я сзади вас иду. Да нет никого сзади нас. Да не стреляйте, подождите, сейчас выйду. Здравствуйте. Я к огонь на поражение открываю сразу. Я сейчас выйду, аккуратно. Здравствуйте. Нет. Сейчас, подожди, где ты, ёбаный? Да вот, меня даже видно. Здрасте. Здрасте, говорит тут еще что-то, что меня нет, вот я. Пацаны, а можете ко мне прийти, я как бы тут один уже. Да, да, там вот Некит у нас один как раз-таки, мы вроде как все вместе втроем. Ну Некит профессионал, знает все сам, потому что пусть... А, здрасте. Можно пройти, а пожалуйста. Может под флешечки зайдем, не хотите? Вот тут нас убили всех в прошлый раз, да? Да, 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 тут их вообще до хрена. Убил. Яша хоро... Не заложник? Да заебал, он стоит, блядь, курит, ба. Дурачок. Не кури, курение убивает. Конечно. Вот тебе и пруф. Давай там налево, давай налево, давай налево. Мы не а, так здесь нормально все видно. Хотя. Проходи. На лестнице был, да, чел? Я никого на лестнице не вижу. Давайте первый этаж сначала зачистим вот тут. Сейчас, тихо, 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 подожди, подожди, подожди. Подожди, о, стой, 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 у меня есть, да, блядь. Ладно. Там есть? Впереди, впереди, да. Сейчас, тихо, гранату кину, я... флешку. Давай. Профессионал. Пошел! И где? Что происходит? Он убежал. Убил. Красавчик. Вот так работает спецназ, я понимаю. Ну, профессионально. Давайте наверх, что ли? Давайте. Давай. Да, его оружие. Фига здесь атмосферная миська прям. Чисто арабик стайл. Сейчас чисто Аладдин сюда подлетит на манде. Ой, ебать! Кто это? Кто стреляет? Это Некит? Яха. Это не я. А, это Ярик. Ой, кстати, вон наша есть, тачка, пацаны. Да, скорее всего. У вас мусяка есть, то и... Никого нет. Ой, здесь можно будет через окно флешку кинуть. Тут можно пострелять через в окно. Зацените. Флешка. Ой. Ой, я в Никита! Я Никита нашел! Здорово! Хочешь прикол? Пацаны, ложитесь. Короче, Никит, я смотрю в окно, хочу пацанам закинуть флешку. А флешка автоматически показывает мне, где ты находишься, как будто наведясь пацаны, на тебя. Пацаны, тут балкон есть. Прикол. Да. Яш, аккуратно. Там чел какой-то, так, да? Так, пацаны, у меня нога, я ранен, я ранен. Вы заложника убили. Я убил заложника. Красава. Это я убил заложника, случайно. А, я тоже убил заложника, нормально. Я ранен просто, пацаны, пока. Так, ой, что там? Теперь я не заложника убил, нормально. У меня прицела почему-то нет. Так, Яш, а что в итоге делаем-то? Там чел какой-то есть или нет? Подожди, стой, у меня тут Миш. Так. Кто по мне стрельнул, блядь? Кого я убил? Меня. Сука, я испугался, ты по-моему стрельнул. Я тоже испугался, просто у меня хп оказалось меньше, потому что у тебя дробовик. А лучший спецназ просто. Звездец. Просто, да. Нет, ты понимаешь, тут Яша с кем-то перестреливался. И типа я такой думаю, окей, надо проверить. А я убил там чела, короче. Ярик, твой дробовик реально опасен. Бля, Миша, ну я же говорю, дробовик тема. Сзади за мной пошел, меня там уже обстреляли, блять. У меня только одна рука осталась живой, все остальное. Не, на самом деле признаюсь, Миш, я сначала подумал, что ты типа свой, но
это по мне стрельнули, я тоже стрельну просто на автомате уже. Ну, то же самое. Кость, что я обстоятельств, понимаешь? Ну, да, ну, это рабочий момент. Тут как бы такое... Да-да, в спецназ как бывает все, как бы. Ну, конечно, нужно понимать, да, там. Подписывать соглашение, что если тебя вдруг твой же тиммейт шмальнет в тебя, то как бы, ну... То да-да-да, в принципе. Сейчас вот сбоку будет, вот здесь вот, чел, смотрите, я сейчас флешку сразу ему накину. Я с пойду. Вот так берешь? Бля. Вот он где-то тут сейчас будет. Так, я вот здесь. О, Никит правильно обходит, кстати. Никит молодец. Мне кажется, он испугался. А что здесь опять Никит? А, вот есть. Чертило. Да. А, не... а, вот он тут. Говно. Только улики подберите. А пойдем вот отсюда. Здорово. Пацаны, я завалил его, не ссать. Ладно, я сзади, подожду. Ярик. Мой чел какой-то стоит, работает. Так, направо идем или налево? Не-не, Яков, все, мы теперь по прямой идем. Направо, я с Яриком. А вы куда пошли? Налево, да? Налево, налево. Угу. Там был чел в прошлый раз, аккуратно. Угу. А вот мы его сейчас связали. Это заложник. Да. Нет, но в прошлый раз был не заложник, а такой, знаете. Солидный, солидный молодой человек. Да, да, да. Так, а что если на Яночку? Ух, нифига. Господина, блин, посол. Реально здесь. Не стреляйте, это свои. Ярик! Здравствуйте. Это вон. Свои, что ты? Это кто? Это свой? Это вот мы, это мы. А, нет. Нет, заложник, связывай его. Звездюк это уже так. Не мы. Подожди, можешь связать, я пока смотрю. Без проблем. Я его по голове ногой ударил и связал. Ты кто, блядь? Ну да, так чисто. Ах ты, сука! Тебя убили? Нет. А кто, ты убил? Я его стрелять, убил. Это заложник или нет? Это хороший. То есть убивать? Нет. Что? Хотя выглядит он ни хрена не как заложник. Посмотри на него, а. Бляха. Нет, просто я в него стрельнул, самое главное. Нет, ну типичный заложник в каске, как бы военный. Да, да. На лестнице тоже есть? Зачем? Так это враг. Так я же, он почти оружие. Да в смысле, почти устоял, он тебя с дробовиком указывал. Очередь не задерживаем. Я твою жизнь спас, между прочим, спасибо вам сказал. Он не стрелял. Это рабочий момент, пацаны. Да, напишем. Как бы у спецназа так, видишь оружие, стреляй. Конечно. Вот сейчас тоже, да, ты говорил. Мало ли что у него в голове может взбрить. Так, здесь мы уже были, в принципе, знакомая локация. Найс. Красиво. Только отмечайте, пожалуйста. И вот сейчас их прям до хрена тут стало. Такой тоже. Да он умер. Блять. Ярик. Нас лучше. Как же ему везет. Как же он чувствует. Там растяжка была. Ну да. Да, спасибо, я к тебе понял. А, это Ярик откинулся? Да. А. Ну, Ярик, Ярик, в этот раз я это снял. Нормально. Ни хрена себе. Михаил, я вас... Ложись на пол, сучка. Да, одного я, кстати, только что обезвредил. Сейчас я его разрядил, в смысле убил. Я щит взял. Именно он растяжку поставил, пацаны. Конечно. Ну блин, ты хочешь, чтобы мы его это? Чисто башки. Ну я могу, в принципе, сейчас. Не-не-не-не-не. Хотя, блин, мы и так уже все провалили, что только можно. Яш. Одно задание. За друга. У нас. Я снял. За друга. Ой, там смотри, там, кстати, дырочки. Яка, давай с ноги убивай просто. Не-не-не, я. Там стоп, растяжка, Яш! Смотри! Ну, у меня свои принципы, вот так. Да не надо было с ноги выбивать, чё ты? Ага. Ну, видишь, кого-то я еще убил. Алло, здрасте. Стоп, алло, кто? У него автомат. Все, автомата нет. Я думал, ты на эту дверь поставишь. Ну, ты тоже неплохо так нашел его, здравствуйте. Я думал, он не умрет. Ну, и сейчас сюда поставим. Ну, конечно. А без этого никак, у меня свои принципы. О, блядь! Что? Там кто-то сквозь стены шмаляет. Блин, мне так нравится. А ты умер, что ли? Да. А, серьезно? А как так? А короче, я кинул флешку, а они почему-то не ослепли. Капец, у них антифлеш, значит. Да, подожди, Миш, можно? Отойди, пожалуйста. А я тоже хочу. А, ты тоже с этой же штукой. Я не понял, как это сейчас взорвалось. Сука. Охренеть. Просто охренеть. Тупо ну вантап, и Якова нет. Два типа на улице. Отметь Якова и чувака. Иди сейчас попробую. Но я вообще не профессионал этой игры, поэтому сразу извиняюсь. Миш, давай, ты глобал. Да, в Майнкрафте. Нет, я главное вижу, что он с оружием. Я собираюсь стрелять. А он оказался быстрее. Угу. Красивый вид, кстати, нормально. Ну да, хочется роскошное, что это. Ты давай либо говоришь, где ваши, либо я тебя сейчас нахрен тут. Да на улице два человека уже 100 000 раз. Так они перебегают, наверное. Нет. Мне страшно. Давай снайперку доставай, Миша, нормально. Да-да-да. Снайперку. Вот здесь. Я его убил? Не знаю. Я не вижу. Нет, двое. Да прыгай спокойно. А можно? Они бегают. Не, нельзя.
А, ну я не везде это начал. Миш, молодец, да. Молодец, Миш. Так, вы вообще все откинулись уже, спокойно. Миш, нет, ты молодец, конечно. Миш, ты молодец. Молодец, молодец. Гранату кинь. У тебя же гранаты есть. И сейчас тебя заштурмуют просто. Бля. Недолёт. Это нормально. Так это светошумовая. На светошумовые на них не действуют. Я же говорю, они тебя бегут, сейчас просто в спину зайдут. Какой же профессионал. Ну, музыка играет, так что... Чувак справа. Вот там, он где-то там. Вот здесь был. Нет, это тот чувак, который прибежал к тебе. Друзья, а какое задание вообще? Да, ну, классик. Всех найти, арестовать. Пробивай дверь. Это заложник. Да он с пистолетом стоит. А, заложник да? С пистолетом, конечно. Да. Вот, пистолет, заложник, заложник, не насрать. Надо было сказать ему, брось его. Да, да. На эту, да? Как ее? Во. Куда ставить? А ага. Зачем? Пик дорс. Секундочку. Там, кстати, кто-то орет. Это либо он, либо... Либо заложник. Ой, моя школя. Так, ну, заложник уже отправился в мир иной, так что нормально. Так заложникам не нужно рядом с дверьми стоять. Это всегда, когда штурм идет, там говорят, там, отходите от дверей, окон. От окон, работают снайперы. Здравствуйте. Это Яша? Ты тут был? Да, уже. Да, да, здравствуй. Да, я кругами хожу. Все, все, ухожу на улицу. Надо свежим воздухом подышать, конечно, уже клюканы и все такое. Ну да, Михаил, здравствуйте. Что-то вы сдержались. Чисто, мне кажется, вот это чего он охреневает, почему я кругами хожу? Где выход? 2 hours later. Все, выходим. Просто видишь такой по всему дому, где выход. Здесь выходить нужно под флешечку. А заложник такой чисто. Подходит к заложнику такой, либо ты сейчас говоришь, где выход отсюда. Так, все, вот туда, наверное, надо идти, да? Не знаю, Миша! Не, я серьезно не знаю, где улица. Думай! Топографический кретинизм. Можно тоже поставить, кстати. Открывай. Не-не-не, сейчас. А у меня больше... А вот почему я не могу... Постреляй просто двери. Секунду. Всё, ничего нет, видишь, все хорошо, открывай. Сейчас он заходит и все. Вот такие помещения вообще опасные. Вот так. Ага. Ага, там куст это оглушил. Нет, там толчок был. Толчок. Наглушил толчок. Ой, у него ножка трясет. Это ножной тектоник. Это тот чувак, которого я убил по просьбе Ярослава. Спасибо. Так надо было его зарепортить. Так зарепортил. Так зарепортил и все. Только что зарепортил, а если бы я не здесь выходил. Так что, мне вот сюда выходить, да? У меня ВХ просто. Бляха. А, это труп. Я попал хаешкой все-таки. Отметь его, да, конечно. Отметь. Вначале нужно проверить обстановочку. Ну блин, вы что, мне опять предлагаете 40 минут сейчас искать дурачка, которого да. Вы не нашли? Миш, тебе не сюда, тебе назад. Развернитесь. Через 10 метров. Через 300 метров направо. Блин, это ни хрена не ферма, это, блин, какая-то крепость осадная. Это замок. Даже на Кавказе. И Миш так уходит, такой спустя какое-то время можешь остаться здесь, да? Нахер, типа. Да, все, трупы просто уноси, как бы, и просто твой дом, все. Да. Неплохо, неплохо. Твой бизнес замутить, такой винный няня. Нет, ну сейчас какой-то дурачок будет, 100%. Так. Дверь закрыта, ага. Ага. И что делать? Вышибай. Взламывай. Взламывай. Потом посмотри, есть ли растяжка. Как правило, когда дверь закрыта, там растяжка стоит. Да. А как посмотреть, чтобы... Пик-дор. Постреляй по двери просто. Нету. Вы поняли, да? Так щит возьми. Нет, нет, смотри, в чем прикол. Она ну, типа не открывается? Как кто-то закрывает. А. Она нет, не закрывает. А. Подожди, какое-то темное помещение очень. Чисто Миша сейчас спину сдробит. Как ты что-то тихо! В темноте видишь? Я только что слышал, какой-то фак. Ну, это я сказал. Нет, это не ты сказал. Точно? Подожди, а мы тут... А, не, мы тут были, Миш, видишь, все открыто. Здесь, в принципе, двери нет. Да давай смелее, господи. А, нет, были. Нет, не были. Ты даже не проверил, заложник это, не заложник. Да мне насрать! Все! Я вот... понял, да. Все? А! Да, 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 все, нормально. Можно голосовать. И причем, смотрите, их даже отмечать не надо, уже можно. Ну, если вы не хотите дополнительные очки, то да. Да какая разница, все равно все, типа, мы же нет, не мы на очки играем, а просто... Мы все равно провалили миссию, потому что вот видите, какое-то задание минус просто у нас. Затащил, неплохо. Так, пейджап нажимаем. Ой, все, пацаны, уезжаем, уезжаем, нормально. Ну ты один уезжаешь. Нет, мы с вами уезжаем просто. А, ну немножечко очков нам дайте еще. На 3 с минусом максимум. Сейчас будет все в минус просто. Да, какая разница. Сейчас еще штраф возьмут с нас. Не, ну кстати, неплохо. Не, плохо. Двойку ну получили. И что? Главное, что прошли. Какая разница, да, мы просто проходим. Да я вообще не говорю, я просто говорю по факту, что плохо. Да, короче, да, если ну, вы вдруг... то, что плохо, мы знаем, но...
Да. Если вы вдруг захотели увидеть здесь какой-то мега-скилловый IQ-плеинг, то, к сожалению, не все из нас как бы на это нацелены и к этому готовы. Вот, поэтому можете посмотреть какие-нибудь профессиональные реальные прохождения. У нас же это просто такой фанчик, смотрим, что как, разные локации, разных челиков. Вот, надеемся, что вам это все дело заходит. Поэтому, если вам понравилось это видео, можете поставить ему палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления и подписываться на ребят, все ссылочки есть в описании. Ну, а с вами были Дакстер, Аякс, Крэш и Сайса. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока, пацаны. Пока.